Приветствую вас на канале Большая Грядка. Сегодня я приехал в сад, наконец-то погода снова устаканилась. И сегодня будем делать наш поливочный шланг, потому что старый рассох, все уже со всех дырок у него вода течет, нужно делать новый. Заказал я вот такой шланг поливочный за 2000, дешевле вообще нету. Сейчас со старого шланга я сниму наконечники и поставлю на этот шланг. Для начала я сниму хомуты, потом вытащу шланг и одену новый на него и также затяну все это дело. Ну вот как-то так получилось. Чистый шланг и совсем не дырявый. А то постоянно, пока заправляем опрыскиватель, тратим литров 200 воды, просто выливаем впустую, и нам потом в бочке не хватает воды на еще один опрыскиватель. Такие дела. Так, шланг я положил. Сейчас заправим белоруса, заправим еще юмза и поедем за водой. Но сначала нужно заварочки нам добавить. Ну вот, отправились мы наконец-таки за водой. Сейчас воду наберем и завтра приедем опрыскивать сад. Сзади меня опрыскиватель, при помощи которого мы проводим опрыскивание. Он у меня на 2 куба. Шланг хороший, просто надо немножко насадку подтянуть. Это не сам шланг идет, вода подтянет. Набираем сейчас воду. Ну вот, целая коалиция собралась сейчас. Опрыскивать сад инсектицидами. Но об этом уже в следующем ролике.